Ну что, мы продолжаем исследовать шоп-н-шоу вместе с Вулечкой. Сейчас мы попали в огромное офисное помещение, где очень много людей. Буля слегка волнуется, потому что до этого она находилась только в компании овечек, а здесь серьезные работающие люди. О, кстати, смотрите, это же Леша Мичурин. Алексей, здравствуйте. Позвольте вас познакомить с нашей гостьей из солнечной Австралии, которая представляет у нас сегодня бренд Wool Empire. Алексей, вы не могли бы сказать специально для нас маленькую рекламную интеграцию? Wool Empire. Wool Empire. Да, только нужно положить руку на Вулечку, как на Библию, и вот таким вот прям вдохновенным голосом, уверенным сказать Wool Empire. Давайте вместе. Wool Empire. Ой, ей очень нравится. Она говорит, что? Что, Буля? Что? Что? Она говорит, я хочу остаться здесь. Нет, вы знаете, она можно говорит, что я она стесняется мужчин в розовых майках, поэтому очень хочется вернуться ко мне. Поэтому позвольте. Извините, вы слишком давите на Булю. Итак, помашем Лёше Мичурину. Пока. Большое спасибо. Давайте пятюню. Wool Empire. Погнали дальше.